Всем привет, друзья! Итак, сегодня у нас на распаковке вот такая вот гарнитура от Sena SLR-2. То есть это специально разработанная гарнитура для шлема Shoei, в частности GTR-2. То есть я купил ее вчера. Так, сколько она стоит? Давайте расскажу вам сначала это. Нормальная ее цена стоит 299 евро. Но вчера было спецпредложение в Луисе, я ее взял за 269 евро. Соответственно, все равно я считаю, как бы не дешевое удовольствие, но я думаю, оно того стоит. Будем на это надеяться. Итак, давайте, ребята, распакуем ее. То есть она еще даже в пленочке, я честно ее не распаковывал. Я понятия не имею, что внутри. Соответственно, мы сейчас вместе с вами это все увидим. Так, вот давайте я надрежу пленочку. Посмотрим сейчас. Пленочку можно сразу выкинуть. Так, дальше, как она здесь открывается? Да. Ну-ка, давайте сначала посмотрим коробочку. Что тут есть? Я надеюсь, вам видно, да? Так. Это у нас лицевая сторона. Ну и посмотрим. То есть должен. А, вот она как выдвигается. Так, о, красота. Так, дальше что у нас тут? Ага, вот она. Открываем. Ну и все, вот такая вот пластиковая штука. Так, давайте я ее вытащу, посмотрим, что там под ней. А нет, сначала покажу вам крупным планом. Это у нас наушники, то есть это у нас будет в тыльной стороне шлема. Здесь будет зарядное устройство вставляться, то есть чтобы заряжать этот девайс. Ну, это будут боковинные вставки, вот здесь вот кнопочки, то есть находятся органы управления данным девайсом. Так, на нижней части у нас коробки что есть? Ага, тут тоже что-то есть, смотрите. Давайте вот так. Здесь у нас вот инструкция непосредственно, в которой, естественно, будет мануал, как это все дело инсталлировать. Так, дальше, что у нас тут? Здесь у нас есть, это у нас микрофон. Замечательно. Давайте его уберем в сторону. Это у нас кабель непосредственно для того, чтобы заряжать все это дело. И здесь у нас дополнительный микрофон такой вот. Это для шлемов, которые имеют тип модуляр. То есть для модуляра. То есть его, видите, он такой жесткий. Тот микрофон, который я вам сначала показывал, это для интеграла. Он непосредственно туда вставляется и незаметненько потом будет все это выглядеть. А это для модуляра. Так, дальше у нас опять же вот такие ветрозащита для того же самого модуляра. Ну и в принципе больше здесь ничего не было. Давайте уберем коробки, еще раз посмотрим вот эту штуку. Так, вот как она все выглядит крупным планом. Плюс-минус, то есть ничего не затейливо. То есть это будет настолько четко интегрировано в сам шлем, что будет обалденно, я думаю. Так что, ребята, я потом сделаю обязательно, когда все это инсталлирую в свой шлем. Соответственно, покажу вам уже, как это будет выглядеть непосредственно в шлеме. То есть сделаю такой небольшой обзор своего шлема. Это шлем Shoei GTR-2. Он у меня черного цвета, черный матовый, так как мотоцикл у меня тоже будет черного цвета матовый. Я думаю, будет идеально подходить под это дело. Ну, а с вами был я, Вилли. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Ссылки, естественно, все найдете в описании. Ну, а я прощаюсь с вами до следующего видоса. Всем пока!